Нынешний отчетный концерт был необычный, не просто танцевальные номера, а пластический спектакль. Уже третий год подряд коллективы «Каприз» и «Форсаж» готовят подобные пластические композиции. Спектакль для отчетного концерта поставлен по мотивам произведения Михаила Лермонтова «Маскарад». В главных женских ролях и массовке заняты самые старшие участники хореографического коллектива, а мужские роли в спектакле исполняют ребята из хип-хоп-студии «Форсаж». В постановке участвуют воспитанники младшей и средней групп коллектива «Каприз». Участники этих коллективов, прежде всего, увлеченные своими руководителями, прекрасно сочетают, допустим, и хип-хоп, те же самые мальчишки и девчонки, и, как вы видели, классику и свободную пластику. Это очень приятно. И мы надеемся, что это будет продолжаться и не один год. Директор городского центра досуга Наталья Митрохина вручила выпускницам «Каприза» Яне Горобец, Алле Жаровой и Яне Залевской благодарственные письма. Поблагодарила за сотрудничество родителей и руководителя коллектива Светлану Смирнову. Также Наталья Сергеевна поздравила с профессиональным праздником работников культуры Десногорска, который совпал с днем премьеры. Очень приятно в этот праздничный день видеть в нашем зале людей, которые неравнодушны к культуре, неравнодушны к творчеству наших замечательных коллективов. Я поздравляю с профессиональным праздником всех работников культуры. Компетентное жюри из Смоленска, которое присутствовало на отчетном концерте, высоко оценило способности ребят и творчество балетмейстера Светланы Смирновой. Коллектив «Каприз» городского центра досуга в очередной раз подтвердил звание образцового.